Приветствую, уважаемые! Ну что ж, сегодня подошло время поговорить и послушать новые наушники. Для меня новые, называются AC Robin Mist. Поехали! Внешность AC Robin Mist очень похожа, с точки зрения хотя бы кейса, на AC Robin Echo. Да, Echo толще, Echo больше, но аккумулятор, встроенный в этот самый кейс, тоже жирнее. Внутренности тоже чем-то похожи, хотя у более старшей версии здесь пластик а-ля текстура под кожу, здесь пластик просто матовый, зато с надписью такой «Make it fully optimal». Наушнички простенькие, вот такие с двумя контактами, есть микрофон, есть светодиодик и еще один светодиодик. Кладете, все загорелось, вперед с песнями. Здесь и наушники выглядят побольше, и светодиоды немножко по-другому отображаются. Но и да, зарядка у младшей версии microUSB, а у старшей уже USB-C. Коробка сделана качественно, так же, как и у Echo. Все железно, с интересной петелькой. Наушники очень комфортные с точки зрения посадки. То есть вставили, ну и вот так вот они висят на нас, а мне. Можно ходить весь день без проблем, то есть они у вас не будут выпадать при правильном подборе амбушюров, и они не будут вам мешать, нет каких-то кривых углов, там странных эргономических решений, то есть ничего давить вам там в ушной раковине не будет. По поводу качества все просто. Во-первых, здесь есть два излучателя, то есть в каждом наушнике по две арматуры. В предыдущей версии была одна, здесь двойной комплект. Второе. Они также настроены на нормальную комфортную работу, то есть не максимум выдирать детали из них, даже если они будут звучать жестко, противно, резко, а вот максимум вытащить. Можно настроить именно вот так вот, для максимально комфортного и полного раскрытия диапазонов. И третье, здесь есть поддержка APTX, то есть проблемы с качественной музыкой быть не должно. Давайте теперь по диапазонам пройдем. Низ. Бас здесь достаточно плотный, хорошо контролируемый. Он в меру сухонький, но это в принципе типично для большинства арматурных излучателей. Однако, несмотря на большинство этих арматурных излучателей, он очень похож на некоторые динамические. Конечно, он не сравнится с топовыми крупными диафрагмами динамиков, да, но все равно он в определенных каких-то композициях сможет вам вот это дело прокачивать, то есть давать такой определенный драйв. Это очень приятно, особенно с учетом, ну, немногих драйверов, да, и просто арматуры. Средние частоты, они не провалены, да, конечно, есть определенный почерк, характерный для арматурных излучателей, да, вот определенная сухость, определенная подача, ну, если вы слышали арматуру, то понимаете, о чем я говорю, но при этом, опять же, из-за настройки или благодаря настройке, вы получаете более ровное, более деликатное, более правильное и максимально естественное в данном случае звучание, то есть и вокал, и струнные инструменты будут очень приятны для слуха. Верхние частоты. При такой настройке сохранено достаточное количество деталей, но не перебор. Они не свистят, они не перегружены, они не резкие, но при этом подчеркнуты. Да? Они там присутствуют в достаточном объеме, если в материале их слишком много, вы это явно услышите. В целом звук можно назвать максимально универсальным, он подойдет под любой вообще жанр, под любую хотелку, под любую музыку, любых исполнителей, вот все он сожрет и выдаст это максимально универсально. Они не заточены под какую-то конкретную часть музыкального разнообразия. Виртуальная комната — это, ну, комната, ну, среднего размера. В принципе, она одинакова по ширине и по глубине, то есть вы не можете сказать, что это какой-то вытянутый зал в горизонталь или, наоборот, глухой узкий такой коридорчик, и в конце сидит исполнитель. В принципе, достаточно хорошее разделение инструментов по горизонтали, ну, в глубину какое есть, нормально. Я не могу сказать, что оно супер-пупер хорошее, но для двухдрайверных, блютусных, ТВСных наушников — это норма.
Управление сенсорное. Сенсорное управление — дело такое на любителя, но здесь оно разнесено на два наушника. Здесь нету разных зон, то есть вам главное пальцем попасть в центр наушника. Нажали один раз, громкость повысилась, это если на правый наушник, на левый наушник будет громкость вниз. Два раза направо или налево — это play-пауза. Ну и если три раза, то направо — это перемотка вперед, три раза на левом наушнике — перемотка назад. Да, если хотите, можете слушать или разговаривать по одному из наушников, второй может лежать в кейсе совершенно спокойно. Надо — достали, включили, снова у вас стереорежим. Если сравнивать их с эхом, то получается более хлесткий бас, лучше в принципе проработка всех частотных диапазонов и больше ВЧ. Они более интересны, более насыщенные и больше присутствуют в итоговом звучании. Да, при этом универсальность сохраняется. То есть, если там у вас один излучатель на все про все был, да, и надо ему вниз было залезть, и в серединку, и вверх, то здесь более спокойно отрабатывают два излучателя. Все хорошо сведено, разрывов каких-то в середине диапазона нету, все здорово. Ну и побогаче, поинтереснее, так попраздничнее. При этом, повторюсь, очень-очень-очень универсальный звук. Ну и по времени работы. 8 часов заявленных, ну в принципе да, они отрабатывают на где-то средней настройке громкости. Плюс еще 4 зарядки от встроенного вот в эту самую коробушку аккумулятора. То есть на сутки вам его точно хватит. Без проблем, совершенно все нормально. Слышно нормально, никто не жаловался по телефону, можете разговаривать, если вы, конечно, до сих пор по нему разговариваете. Ну и по итогу. Интересные наушники, арматурные, ТВСные, хорошая сборка, интересный такой надежный, пусть и немножко тяжеленький кейс, хороший универсальный звук, то есть к ним надо присмотреться обязательно и попробовать послушать, понюхать, покрутить их в руках. Интересно тем, что любой человек, в принципе, найдет в них что-то свое. Вот именно из-за универсальности. Бывают уши, которые кривые, но нравятся под какой-то жанр или под какую-то подачу. Здесь вот для широких народных масс, да, несмотря на цену. Цена, с моей точки зрения, при учете там бешеного бакса, еще чего-то, вполне себе оправданным. Да, здесь две арматуры. Да, здесь они хорошо сведены, да, здесь из ТВС-а выжили, в принципе, ну, очень-очень много. Поэтому, да, в очередной раз я могу сказать, что AC Robin сделали вполне себе интересную и подходящую для всех штуковину. Присмотритесь, я рекомендую. Вот такие пироги. Все, на сегодня все, я прощаюсь с вами, но ненадолго, ибо скоро будут новые обзоры. Да, если есть какие-то пожелания, там, хотелки, опять же, напоминаю про то, что у нас есть возможность поговорить с вами вживую, сделать стрим, напишите, а то что-то в прошлый раз как-то желающих было совсем немного. Я пока вот не понял, надо оно вам или нет. Но все сказал, все, что хотел, снова попрощаюсь. Пока-пока, подписывайтесь, ставьте лайки, ну, в общем, вы сами все знаете. Все, пока!